Единые государственные экзамены при успешной сдаче открывают двери высших учебных заведений перед выпускниками. Хорошие абитуриенты, которые станут успевающими студентами, нужны всем вузам. И все же успешно сдать экзамены не так просто. Для этого нужно готовиться заранее. Одним из действенных и уже отлично зарекомендовавшихся способов подготовки к предстоящим экзаменам является акция ЕГЭ для родителей. В нынешнем году она проводится уже в 6-й раз. Это мероприятие призвано помочь выпускникам и их родителям снять излишнее психологическое напряжение, связанное с серьезной подготовкой, познакомить общественность с особенностями процедуры проведения экзамена. В этот день в Славянской 12-й школе родители получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от входа в пункт проведения экзамена до получения их результатов. Наши пункты все оборудованы металлодетекторами, это родители смогут увидеть. А во всех аудиториях у нас есть рециркуляторы, что помогает, ну, позволяет обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. Установлены сплит-системы во всех аудиториях, что позволяет вот создать комфортную обстановку климатическую. То есть все направлено на то, чтобы было комфортно и безопасно для наших детей. Ну и чтобы родители сегодня увидели и пришли, рассказали в коллективы, в родительские коллективы, в детские коллективы о том, что бояться нечего, что все только на благо и на помощь ученикам. Родители славянских выпускников пришли в школу, чтобы не в теории, а на практике узнать, что ожидает их детей в ближайшем будущем. Им был предложен сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня. Математика – один из обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Участники акции писали упрощенную экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут даваться участникам ЕГЭ. Обстановка на пункте проведения экзамена спокойная и доброжелательная. Все понятно и доступно объясняют. Главное – психологический настрой, и над ним нужно работать. Очень рада, если честно, этой акции, потому что хочется побольше узнать о том, как дети проходят, как сдают, вообще чего стоит бояться, чего не стоит бояться. Вот. Но думаю, что все пройдет хорошо и гладко. Очень важен психологический настрой ребенка, вот, о том, что и родители, и учителя должны объяснять ему, что в принципе нет ничего страшного, вот, что он придет, сядет, отключится от всего и напишет просто. В ходе мероприятия можно было увидеть, как организуется вход участников в пункт проведения экзамена и рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места экзаменующихся, как контролируется объективность проведения, как проходит печать контрольных измерительных материалов и сканирование экзаменационных работ участников ЕГЭ. Родители смогли прочувствовать атмосферу экзамена. Они давно уже вышли из школьных стен, и тем необычней для них снова на время вернуться в прошлое. Для них было очень интересно лично ознакомиться со всеми правилами и процедурами и убедиться в отсутствии надуманных сложностей. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».